Здравствуйте всем, дорогие друзья. Toyota 2.4. 30-й Toyota, друзья. Скоро будем капиталку делать. Двигателя здесь нету. Решили поменять ходовой части. Там, сейчас я вам покажу, салимблоки в рычагах, шаровые, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов. Доступ еще легче будет, потому что снято, и буду варить кофру. Но это потом я сделаю, пока на наличие у меня нету кофра. Она. Так что, друзья мои, сейчас покажу вам запчасти. 30-й кузов, друзья. Буду делать капитальный ремонт. Это на следующее видео, дай бог. Время пока нету, потому что нету времени. 4-5 моторов разобрано, все дурдом. У меня голова трещит уже. Все это запоминать, это просто нереально. Один здесь сдохший, без мотора. И некоторые стоит, и несколько стоит на стоянке. Так что, друзья мои, стойки стабилизатора. Клиент меня что принес, то и будем установить. Стойки стабилизатора раз, стойки стабилизатора два. Левой, правой нету. Втулки стабилизатора Toyota. Здесь левой, правой нету. А RAV4 есть. Здесь нету. Салимблоки рычага задние, номера левый, правый нет. Выглядит так, друзья, только надо правильно установить. Потом шаровые опоры, две штуки. Сейчас откроем, друзья мои. Потом еще у нас нижнего рычага, друзья мои, конфетка. Вот самый тяжелый геморрой, вот это. Остальные все это ерунда. Пока двигателя там нету, мы будем заниматься с этой. Вот двигатель. Как всегда, друзья, снимаем колеса. Или по одной делаете, или оба вместе, без разницы. Я одну сторону вам покажу, вторая сторона тоже. Так и повторяется. Колесо снимал, друзья мои. 19, гаечка, болт снизу. На 22, раз, два. Сюда не обратите внимания, это масло от гидроусилителя, когда двигатель снимал. Капало. Снимаем наконечник. Мы их оставим, не будем менять, они в хорошем состоянии. Я когда мотор снимал, диагностика сделал. И потом у нас рычажок вот раз, два, три. Я уже открутил, из рук просто закрутил, чтобы выкатить машину из гаража, но время пришло разбирать. Вот этот 17-й, друзья мои, снизу 17-й. Все откручиваем и будем доставать рычажок. Друзья, главное сорвать их. Они очень сильно закручены. Ого, ничего себе, бляха-муха. Ну все, главное сорвать. Другой тоже такая же ерунда. В общем, этот тоже буду сорвать сейчас. Надо поменьше взять. Поменьше. Есть. Стойки стабилизатора немножко мешают. Их тоже буду снимать сейчас, конечно. Но главное. А, есть. Главное сорвать все, блин. Остальные все легко. А, все есть. Решеткой можно открутить. Пойду вниз, сниму вот это нижний болтик салимблока. Друзья, болты сорвал. Это почему-то 17 сюда не заходит. Вошла за 18, пошла какая-то. И все. Одна гаечка. Их тоже сорвал я. Вдруг не пойдет. Давай, ребята.
Все есть. Рычаг у нас свободный. Вот это сверху, который сорвал, выходит сюда. И тут тоже сорвал, где держит. Сверху надо 19-м держать гаечку и сорвать болт. Верхушка, друзья, легко открутился. Я имею в виду из этого пистолета. Здесь возможности этого нету. Ключ на 19. Сначала я уже сорвал. Одеваем сюда. Шестигранник на 5. У кого как. Может быть, там звездочка. Держим. И откручиваем. Вот и так. Иногда бывает, друзья, не идет, придется с болгаркой срезать. Это очень геморрой. Там мало. Так что иногда бывает, издевается. Резьбу надо чистить. Я металлической щеточкой чешу их. Все. Верхушка, вот это верхняя часть. Если вам видно, земля ему пухом. Это отправляем, похоронит. Все, будем установить новенький. Сами видите, наверное. Стук вряд ли будете слушать. Есть. Богу, не хочет откручиваться ни хрена себе, блин. О, все есть. Бомбочка. Немножко геморрой. И рычаг у нас будет в руках. Друзья мои, вот это хрен. Все надо толкать в сторону. Ну-ка, выходи, братан. Задним своим блоком держит. Твою мать! А, все есть. Вот, друзья, вот этот кусок надо снимать отсюда. Только в одну сторону она идет. Есть. Нам надо будет на ушках, где вот выступы, метку поставить для себя. Точно так и установить. Его нельзя так или так. Точно должны смотреть сюда. Это раз. Во-вторых, здесь тоже плоскость. Видите? Плоскость. Должно быть точно. Если вы поставите по-другому, когда машину отпустите, тем более двигателя нету, она полностью не сядет. Когда после этого вывернет и порвет резинку. Так что все это хрен почистим сейчас. И сюда для себя ровно плоскостью метку устанавливаем. Так и надо будет прессовать эту конфетку сюда. Вот метку поставил. Вы смотрите. Вот видите, да, как бы цилиндр. Все целое, ничего не порвано. Как бы. Берем. Видели, да? Это на машине хорошо видно. Когда снимаете, нагрузка нету. Думаете, вот с той стороны тоже такая же хрень. Здесь тоже такой же. Еще хотел сказать, это сайлентблок установить, снимать и установить легко, друзья. Очень. Насадку подобрали, зажали, снимали. Вот этот и снимать тяжело. И установить тяжело. Это конфетка, это геморрой полный. Что будем делать в таком случае? Берем болгарку, режем эту ушку. Раз. И отсюда. Раз. У нас получается обычный сайлентблок.
Установку тоже покажу. Сейчас отрежу оба ушки. За шайбой надо резать. Не отсюда, отсюда и отсюда. Вот рыцарь. Раз, два. Срезала. Сейчас подходящее что-нибудь выберу. У меня их очень много, друзья. Это маленький. Слишком меньше тоже нельзя. Долго качать. У меня площадь это спускается, поднимается. Сильно пускаю. У меня трубка есть. Могу под нее поставить, но слишком больше получается. Придется площадь пускать полностью. Не полностью, еще один. Ну, каждое отверстие сделано. Так что что-нибудь выберем и будем качать, вытаскивать это отсюда. Все, друзья, установим. Сейчас будем качать потихоньку. Если криво идет, лучше держите, потому что трубку подобрать точной, это тяжело. Все равно эта трубка не насквозь, здесь нету отверстий. Потом уже я больше поставлю. Мне главное, чтобы до половины хотя бы втаскивать его. До половины. У меня здесь манометр стоит наверху, друзья. Здесь наверху я смотрю по ней, и когда давление поднимается, уже понимаю. Мы касались туда, вниз. Сейчас отпустим. Отпустим и посмотрим. И уже насадку поменяю. О! Практически мы вышли. Вот эта верхняя насадка. Получается, касался оттуда. В общем, по голове хотел чуть-чуть и все. И вторая здесь, и вторая легко выйдет. Сейчас я четвертую вытащу. Она касается к резину, поэтому. Вот видите, уже половина есть. И все, сейчас устанавливаю другое, давим дальше. Палец от поршня. Опускаем. Надо упора. Все есть. Зажимаем и будем. Все есть. Здесь кто-то был. Вот видите, края попортил. Здесь тоже надо было сразу показать. Молотком или чем-то ударили. Понятия не имею. Отверстие почистим, конечно. Обязательно надо чистить внутри. В разных кавнах. Сейчас будем снимать вот это. Метку обязательно установите, друзья. Это насадки пока нам не нужны. Вот сабин блок. Вот так. Есть. Есть, друзья. Все, ровно оставляем. Сейчас будем качать. Есть. 50 тонн давит, друзья. 50 тонн. Друзья, давил где-то 4 тонна.
пока не идет. Шесть тонн. Все, начал идти. Значит, 5, 6, 7, 8 тонн. Пока держит на 8 тонах. 8 тонн. Пока идет. Сейчас расслаблю. Еще раз. Нижнюю планку. Она у меня 2 сантиметра. Но еще один кину сюда. Я что-то вижу, она хочет его загинать. Вот, потихоньку идет. Уже вышла отсюда. Ни хрена себе, блин. Нужно кривить его. Нижняя насадка немножко маленькая и скользит от него. Вот видите, уже есть. Здесь же в двух половинках сделано как бы. Японцы какого хрена так внутрицельное не делают, не знаю, это точно не скажу. Как бы здесь идет с двух половинок. Иногда бывает криво идет, попадаете туда. Лучше не нажимайте, а то загнете рычаг. Внутри будем чистить, смазывать и будем устанавливать. Меточка здесь, друзья. Видите? В общем, полный кайф здесь. Меточка. Ровно с ним. Чик. Все, есть. Готов. Останавливаемся и пускаем. Еще надо будет давить немножко, чуть-чуть. Метко смотрите, друзья, должен совпасть. Все, бомбочка, друзья. Сюда масло нельзя, потому что резина, мыльная вода. Мажем мыльная вода. Мыло с водой обычно. Все, помазали. Тоже. Пусть получает кайф. Скользкий кайф будет. Меточка у нас есть. Снизу тоже поставил. Постарайтесь, чтобы метки попали. Вот так. Готово. Готово по диаметру вниз. И будем устанавливать. Сейчас это ставлю сюда. Все есть. Есть. Друзья,
Вот здесь место есть, как шайбочка. Можете сюда давить, какую-нибудь трубку кидать. Или сюда, без разницы. Куда вы ни давите, все равно она давит на резину. Так что по барабану. Постараемся сейчас метку поставить. Все есть. И сейчас коснусь, дальше сниму. Друзья, касание есть. Не спеша. И будем давить. Если будете сильно давить туда, болты не совпадут. Сами знаете, два болты. И вот надо так делать, чтобы болты совпали. Вот здесь два болты совпадут, а задняя часть, где салимблок, надо это понять. И потом сейчас отпустим, посмотрим, что у нас получилось. Посмотрим, что у нас получилось. Сейчас назад чуть-чуть. Вот есть, друзья мои, у нас метки совпадает. Надо нам еще давить, чтобы вот эта часть вышла сюда. Давим и пускаем, она возвращается назад. Вот у нас осталось здесь или с отверткой можете втаскивать потихонечку, или немножко давим вот эта часть, чтобы не вошла внутрь. Вы поняли? Вот такие это конфетка делается. Это на машине тоже можно делать. Надо просто специнструменты иметь для этого. Вот видите, нам надо вот эта хрень вышла отсюда. Сейчас отверткой попробую. Если не выйдет, немножко подавлю. Друзья мои, метки на месте. И все, рычаг готов к установке. Идем шаровой поменяем. Вот, друзья, чтобы шаровой менять, нам надо один болтик, гаечку открутить отсюда, это понятно. Вот у нас здесь земля ему пухом, пальник порванный, стучит. Шпильку убираем, гаечку открываем. Если у вас специнструменты есть, отлично, если нету, молотком сюда пару раз, и все, она вылетает. У меня их есть разные, друзья. Съемники там разные, херня полно у меня разных, чё. Вдруг, если что, иногда бывает, не хочет выйти. Придется молотком сюда бам-бам-бам, и все, бомбочка. Друзья, аккуратно разбирал новый шаровой пыльник, чтобы смотреть, есть ли смазка или нет. Вроде положили. Иногда бывает, ничего нету. Сейчас сюда еще положу. Немножко, потому что это мало. И будем закрутить пыльник обратно, положим на место. Она заходит туда нелегко. Надо по диаметру найти. И на этот бортик. И устанавливаем. Друзья, сюда тоже много не надо, когда зажмете пыльник, чтобы не вылезло. Это означает полный кайф. Вот. Все, достаточно сюда. И сейчас подберу. Пару раз стукайте. И она заходит.
головка на 38, кстати, самодельная. Все, друзья. Когда зажимаете, пыльник зажимается. Если много положите, вот отсюда вылезет. Вот. И можно сразу установить. Гаечка у нас на 22. И два гаечка и один болт, который закручивается. И все, я их сильно не зажму, друзья, потому что двигатель еще не готов. Придется еще раз открутить. Я отсюда отсоединяю шрусы, чтобы одевать. Шрусов здесь нету, снял. Поэтому из рук закрутим до конца и все. Только это зажмем достаточно. А тут можно сразу затягивать и закрутить. Потом на рычаге, друзья, это болт сразу можете затягивать сколько хотите, ради бога. Сколько хотите, не ломайте, конечно. И эти тоже можно закрутить. Если была бы болт из торца, вот отсюда заходит здесь гаечка, или без гайки, неважно. Уже нельзя закрутить, потому что рычаг у нас стоит так, когда пускаем на колесо, она равняется. Этот болт держит салимблок хорошенько и начинает внутри выворачивать и рвать его. Поэтому, а таких можно закрутить сразу. И все. Болты обязательно смазываем, друзья. Обязательно. Вот, друзья, задний болт попал. Второй попал. Третий. И все четко. Значит, прессовали, все бомбочка. Все. И сейчас закручиваем. Ребята, потом ручной буду затягивать. Это из пистолета. Пока, потом ручной. Там усилие большое. И с той стороны. Главный врез бы попал, и все чики-пики. И сейчас осталось верхний. Здесь. Сейчас 19 держу, снизу закручиваю пистолетом, и потом уже ручная. Друзья, я не знаю, вам сказал, забыл или нет. Левый, правый здесь есть шаровые. R – это правая сторона, L – это левая. По-английски написано, так что не перепутывайте их. Друзья, сейчас снизу показываю штука стабилизатора, ключ на 12. И потихонечку открываем. Сюда головка не зайдет. А другой с той стороны мотора нету, легко можно открутить без проблем. Вот самое главное – вот эти. Откручиваем этот болтик. Вот они. Гайка варена снизу. Раз, два. И вот. Могли бы наоборот делать, но что-то так сделали. Посмотрим, упирается или нет. Если упирается, это очень плохо. Открутится ли до конца или нет. Зазор у нас нету. Мало. Уже надо будет с рожковым открутить. Я надеюсь, не уперемся. А тот передний легко открыть, это без проблем. Главное задний. Я надеюсь, у нас хватит места. Блин, рука не заходит, чтобы держать его. Бля, вообще ерунда осталась. Но открутить-то ерунда, попасть тяжело будет. Вот, все отлично. Вот, друзья, она упирается. Упирается. Не выходит. Места не хватает. Но я его все равно сниму. Места не хватает, это смотря для кого. И все. Ну, сейчас другой открою. Я думаю, чуть-чуть вперед. С той стороны здесь тоже, друзья. Раз, два. Трубками аккуратно. Бензиновый. Тоже так. Друзья, болт вытащил. В общем, полностью. Вот. Одел сюда монтировочку. Чуть-чуть нажал. Там практически полмиллиметра. Чуть-чуть. Полмиллиметра. И все. Пошло. Осталось перейти. И идем под капотом. Снимаем их. Двигателя все равно нет.
Если была бы двигатель, отсюда можно руки сувать и открутить. А у нас пока возможность есть, сделаем. Вот, друзья, ключ отсюда. И легко идется всю гаечку. Эбалтик. А другой будет отсюда, легко вообще. В доступных местах. И откручиваем болты здесь на 12. Здесь кто-то крутил 13. В Toyota 13 нету, друзья. В настоящих Toyota не бывает 13. Все 12, 10. Сейчас поменяю головку и откручиваем. Новые, друзья, отверстия. И старые. Явно видно, она разбита. Вот видите, да? И все. Идем устанавливаем. У нас надрез, где перед, вот смотреть, за машиной должен, на заднее колесо должен смотреть, это надрез не сюда, а туда. И все. Все, друзья, стойки стабилизатора, шаровой, все установил, все по меткам, все как положено. В другую сторону тоже такие повторяются. И все, друзья мои. Так что снимать режим, установить. Вы сами видели, как устанавливается. Просто трубку надо найти под диаметр. И все. Это мой канал в Ютубе. Рауф Механик. Номер телефона, номер WhatsApp. Если что, обращайтесь. Или приезжайте, вам тоже сделаем. Все будет бомбочка.